Нина Карин. Куколка это Нина. Карин. Забавная. Графьоса. Она Нина Графьоса. Гуляешь и хочешь, чтобы Катя на тебя не обижалась. Да Катя не против то, что я гуляю. Sei forte. Grazie verissimo. Что там на кухне происходит? Нет, не покажу. Рекорды. Рекорды. Эо, que pasa? Тумилович, здорово. Ты чё там? Где сам? Чё как? Есть там? Как там? Братик, чё у тебя там? Всё нормально в делах? Собираешься Катю возвращать? Возможно, да. Был хоть раз в Кирове. Киров. Киров. Да. Но я не помню. Ты работал в эскорте? Нет. Я не работал в эскорте, я работал в стриптиз-клубе. Это многие путают эскорт и стриптиз-клуб. Нет, ну, выезды были как сопровождение. Типа, сопроводить там, посидеть. Получается, это эскорт. Получается, был. Ну, короче, там это очень такая тема. Там очень тонкая линия между плохим и хорошим. Каждый выбирает сам. Можно приезжать в Deutschland, в Дюссельдорф, затусим. Блин, хорошо. Обязательно. Если поеду, напишу. Где ты взял футболку с фотографией Кати? Катя мне сама подарила ее. Вы сегодня вместе будете ночевать? Вряд ли. Вы вроде собирались татуху удалить. Да, мы ее будем удалять. У тебя были когда-нибудь длинные волосы? Нет, никогда не было длинных волос. Максимум длина была, это вот до сюда доходило до носа, челка, и все. Сзади вообще не было никогда длинных волос. Я вот сейчас отращиваю волосы, и то я постоянно бешусь. Я вот сейчас уже думаю подстричься, коротко. В Осетии был когда-нибудь? Нет, к сожалению. Карина хочет член. Какая Карина? Братец, какая Карина? Ты классный. Спасибо. Ты знаешь Ксении Собчак? Да. Богатые тетки пластом платили. Платили. Без услов по-любому. Смотришь, как лежит. Сеймна будто. Могу мунки ты аспекви. Аспетуки. Спетви. Спера. Короче, счастья вам с Катей, Сережа. Надеюсь, что вы с Катей помирите. Все будет хорошо. Спасибо от души душевно. Надеюсь, у меня в жизни тоже, как и у Кати, все получится. Ты есть в ТикТоке? Не, меня нет в ТикТоке. Мне лень. Представляете, мне так лень зарегаться туда, снимать что-то. Я просто, я буду сидеть лучше месяц и строчить один текст, чем возьму и спижу у кого-нибудь и сделаю под свой лад. Но я не такой, мне не нравится. Мне нравится что-то свое придумывать постоянно. Не могу что-то брать у других там и так далее, переделывать. Не знаю. Не хочется мне. Не хочется. Сережа, как это лапочка? Задумался про Карину. Кто такая Карина, братец? Расскажи-ка мне. Видео сам обрабатываешь? Какие видео? В Казани был? Нет, не был в Казани. Что-то не хочу туда, честно, в Казани. Нет, нет, на самом деле хочу. Там очень красивая мечеть. Да и в целом. Там, возможно, многие мне пожмут руку. Без каждой тычки, заточки было. Бонавате, я вам брекарси. Рагаци, я пенсо ке оджи употреблял когда-нибудь таблетки? Антидепрессанты, да.
употреблял, Ксанакс ел. У меня депрессивные моменты были, меня выписывал врач. Что хотя бы с другим строить отношения? Не знаю, посмотрим. Скалон нравится. К чему такие вопросы? В Беларуси был? Нет. Вот Саня меня свозит в Беларусь как-нибудь. Саня! Закинул какую-то дичь про Карину, про какую-то, и ушел. Просто что такое? У тебя это тату около глаза. Около глаза тату. На эту и на ту. Танто, но поющили дали. Non sempre posso uscire da qui, ma a volte se posso. Фото в инсте. А, фото в инсте, да, сам редактирую. Ты знаешь Влада Кадони? Наслышан о нем, да, наслышан. Что с Катюхой, где она? Я не знаю, где она. Внизу где-то веселится. Знаком с Максимом Колесниковым. Знакомый что-то Максим Колесников. Это чувак такой лысый, который похож, типа... Типа у него такое виниры, такой... Ну, не лысый он, бритый. Этот. А, точно. Это не Колесников, это не тот, который такой худенький, да, такой... Типа улыбается, там, как Джастин Бивер. У тебя много архированных фоток? Нет, вообще нету. Нет, точнее, есть пару штук. Вру. Кто тебе внешне нравится на проекте? Внешне? Я не сужу по внешности. Мне все нравятся, как бы, ну, все красивые по-своему. Честно. Заебись, сниму тебе эфир веселее. Ты на лобном плакал? Да. В итоге, где Карина? Я не знаю, какая Карина. Где ты родился, в России или в Испании? Я родился в России, но я с детства, меня в детстве мама везла в Испанию. Вот, я всю жизнь в Испании прожил. В ТикТоке есть Макс Колесник. Похуй. Когда ты только пришел на проект, я думал, что ты цыган. Вообще, я тувинец. Нет, татарин. Нет, сегодня тувинец, а завтра цыган. Мне нравится быть разным. Алина Йордан. Не знаю такую. Блин, вы, ребят, вы мне знаете, задаете Алина Йордан какой-то там. Такие имена задаете. Еще откуда я их знаю? Чтобы вы понимали сразу, я не смотрел никогда там два. Я мало того, я мало звезд эстрады российской знаю, потому что также я не следил никогда за русским шоу-бизнесом. Колесников, бывший муж Насти Стацвят. Колесников, бывший муж. Блять, вообще похуй. Идите в жопу с Кариной. Нормально. Ты не любишь Катю? Я люблю Катю. Кадони, бывший ведущий проекта Дом 2. Да-да-да, я наслышан о нем. Сэдзингеру ту. Ты не скучал по отцу, когда мать увезла в Испанию? Скучал, конечно же. И не только по отцу, по бабушкам, по дедушкам скучал. И вообще по России скучал. Привет. Приветики. Серега, давай выпьем. Опять пить? Блин, ну вот сколько можно пить? Как ты попал тогда на Дом 2? Меня друзья позвали на Дом 2. И я перед тем, как улететь, я взял визу себе в Испанию. И перед тем, как улететь, я уже думал брать билет. Я такой думаю, ну... Я приехал в Россию к девушке. Кстати, Карина ее звали. Я переехал к ней сюда строить с ней серьезные отношения. Вот, начал работать, там, как-то что-то учиться, развиваться, там, и так далее, и так далее. И мы через 3 недели так уж вышло, что мы разошлись. Не получились у нас отношения с ней. Хотя я ее знал 9 лет, ну, как знал, мы 9 лет дружили прям, разговаривали там ночами по скайпу еще тогда было. Вот. И, собственно, перед тем, как уехать в Испанию, я такой думаю, блин, ну вот у меня не получались отношения здесь. У меня было
два отношения по полтора года. С одной девушкой полтора года жил, со второй девушкой полтора года жил, встречались, ничего не получилось. Думаю, может быть, дом 2 все-таки мне даст какую-нибудь девчонку, с которой я буду дальше путешествовать, развиваться, любить, дружить, заниматься сексом диким, гулять, веселиться. Типа, чтобы весело было вдвоем. Короче, не морочь ему голову, а бывших участников он все равно не знает. Да, это уж точно, я многих не знаю. Не, я знаю, ну, те вот, которые сюда приходили. Ты же Эли не изменил. Нет. У тебя все Карины. Да, у меня сестра Карина есть. А с Катей не дикий секс. Я не буду отвечать на этот вопрос. Какой развернутый ответ. Это круто. Очень рада, что отвечаешь на все вопросы с интересом. Карина везде, да. Карина везде. Карина моя подруга, моя бывшая. Карина моя сестра. Также еще Карина, Карина, Карина. Еще Карина на итальянском это означает симпатичная. Карина. Sei molto carina. Куда бы ты поехал первым делом путешествовать? Европа, Америка, Япония, ребят. Любимые места в Москве. Какие женские имена нравятся? Мария. Мария, Юля, Катя. Мелани. Вот, все, в принципе, наверное. Яна. Яна еще нравится. Или нет, мне не нравится. Какие бренды одежды нравятся? Гуччи. Видно, нет, здесь вот. Гуччи. Гуччи, Гуччи, Гуччи. Вести. Яна Шафеева. Японию очень-очень советую. Я тоже, я хочу в Японию. А есть женские имена, которые не нравятся. И мужские тоже. Женские имена, ну, Анжелика мне не нравится. Еще мне не нравится типа Любовь. Любовь, типа. Женское имя Любовь. Люба. Люба. Ну, для меня это прям, не знаю, как-то режет, прям очень режет слух. Любовь. Через пару месяцев, я думаю, избавлюсь от капли. Элина, имя нравится? Да, неплохое имя. Не то, чтобы сказать, нравится прям так особо. Видел, что писала Вероника про тебя. Какая Вероника? Нет, не видел. Анжелика — красивое имя. Анжелочка. Анжелка. Анжелочка. Анжелика. Я с первого класса ненавижу это имя. Очень против Анжелика было. Кто-то по знаку зодиака Телец. У тебя были знаки огня по гороскопу. Да, всегда. Стрельцы, это огонь же, правильно? У меня только стрельцы были. Стрельцы, близнецы. Стрельцы, близнецы в основном.
Похож на актера Терренса Кумпса. Точно долго думала. Не знаю. Эльвирочка, привет. Имена будут сразу для женщин 40 лет. Понимаю. Да-да-да-да-да-да. Такой. Типа такие. Оля лучше. Ну, Анжелика и король. Анжелика и король. Анжелика вот звучит уже лучше. Анжелика. От слова ангел. От слова ангел. Ангелика. Анжелика. Прикольно. Зинаида нравится ему. Зинаида. Зинаида. Зинка. Шесть. Я не люблю вот эти советские имена такие, честно. Что думает о близнецах? Какие они в отношениях? Это пиздец. Близнецы это пиздец. Это полный пиздец. Это никому не советую никогда. Это полный, полный пиздец. Не надо. Близнецов в отношениях с тельцами. Я телец. Валерия. Прекрасное имя. Да, я забыл. Мне Валерия тоже очень нравится. Лерочка. Лера. Красивое имя. Вероника. Что за Вероника? Вероника. Тельцы крутые. Как тебе знак рыбы? Ну, такие они. Ни рыба, ни мясо. Когда следующий эфир? Не знаю, когда у меня, видимо, реально, когда я грущу, я просто выхожу в эфир, просто чтобы как-то отвлечься от мыслей от своих. Александра. Прекрасное имя тоже. Вероника с ребенком. Что она писала? Привет, Сергио. Привет. Как дела? Водолеи самые классные. У меня папа, мама и бабушка, которая меня воспитывала. Все водолеи. Близнецы самые преданные. Согласен с этим. Не знаю почему, но я согласен. Честно. Привет, как тебе имя Лиана? Лиана хорошее имя. Почему близнецы это пиздец? Расскажи подробнее, пожалуйста, очень интересно. Ребят, много тарологов, много вот суетологов рассказывают о совместимостях. Я точно не расскажу. Просто у меня были Карина, девушка, которой я приехал в Москву, в Россию в целом, я вернулся к Карине. Это близнецы. Юля, моя бывшая девушка, в которой у меня было большой спектр эмоций, тоже близнецы. Ну, это прям... Сам ты ни рыба, ни мясо. Ну, они такие люди. Ну, для меня это чисто мое. Нихуя, козероги самые классные. Козероги, вот, кстати, козерог был Славик. Они такие, они очень глубокие, мне кажется. Лев сильный знак. Да, согласен. Стрельцы, как тебя? Со стрельцами, с девушками-стрельцами у меня самые яркие романы, такие самые горячие романы были. Было двое стрельцов или трое. Девушка по имени Женя нравится тебе? Ребят, вы сейчас меня захейтите просто за то, что мне не нравятся какие-то женские имена, блин. Будете потом мне писать, что я хуйло. Я близнец, это сложно. Вот, хоть кто-то признает. Девы, как тебе? Девы мои лучшие друзья. С девами я никогда не ссорился. С девами мы всегда находим общий язык. И причем я всегда прогибаюсь под дев. Честно, я не знаю, как это происходит. От имен до знаков зодиаков. Да, это просто пиздец. Это жесть. Ну, о чем можно еще поговорить? Мы вообще начинали с пенисов, с больших. Закончили знаками зодиака. Нормально. Какие твои... Я уже отвечал. Близнецы очень биполярные, непостоянные в своем мнении. Факт. Big fact. Посмотри, как всех заинтересовала тема знаков зодиака. Да, да потому что многие верят в знаки... Я сам верю в знаки зодиака, поэтому как бы отвечаю. Ну, это нормально, мне кажется. А строил отношения с тельцами. Пытался, но это какая-то внутренняя
Саша была близнец. У Безуса, наверное, 5 сантиметров. А ты веришь в нумерологию? Да, я во все верю. Честно, я клянусь, я во все верю. Я даже в НЛО верю. Ты на доме 2? Да. А что, не видно? Вон микрофон висит. За мной подслушивают всегда. Алекс, привет. Здорово. Что ты чувствуешь, Катя? Да много чего чувствую, ребят. Много чего чувствую. Я к ней искренне отношусь, честно. Очень к ней хорошо отношусь. Какой твой любимый цвет? Кстати, мой любимый цвет — это хаки. Камуфляж. То есть, когда зеленый мешают с коричневым. Тут мне нравится прям такой коричневый-зеленый такой. Кстати, часто вижу этот цвет. Как харизма без неприятный тип. Катины отношения для тебя были значимые? Да. Факт. Планируешь помириться с Катей? Да. Линейка измеряла. Ты очень похож на отца, особенно когда побрился. Да. Одного только зодиака очень мало, чтобы девушками с вами построить отношения. Не знаю, откуда мне знать. Нет, у меня были весы, и что-то не так пошло. Почему пришла такая идея сделать татушку под глазом? Это была большая скорбь. Отвернулся, вопрос проебал. Отпустил ли есть какие-то мысли о возможном возобновлении отношений? Нет. А просто так не скажу. Скорпионы очень сильные люди, очень целеустремленные, очень фартовые. Крутые, короче, скорпионы. Где Деев? Его выгнали, к сожалению. У тебя, наверное, было 100-500 женщин и разбросаны внебрачные дети по всему миру. Нет. Я всегда предохраняюсь. Какую татуировку сводишь? Свожу слезу. Надеюсь, с Катей будет все хорошо. Бухимал Талёна, ты все близнецы с приветом. По ком-то скорбь, да. Кот и лиса. Как ты относишься к курящим девушкам? Норм. Ну, типа, норм. Ингушетия, привет. У тебя зеленые глаза. У меня зеленые глаза. Анютка, приветик. Я смотрю на 2 класс. Уже пару обсказать, когда Безус и Рахима начали лезть. Они прям суки. На. Дай 5 советов всем девушкам. Окей, давайте. Даю 5 советов всем девушкам. Но это сложно. Меня сейчас захейтят. Опять. У меня нестандартные мысли. Я считаю, что девушки... Бля, клянусь, меня захейтят. Не скажу. Вот подружимся, если дай бог когда-нибудь, или жизнь нас сведет, я вот лично отвечу вам на этот вопрос. А сейчас не буду на публику отвечать. Как человек с акцидентом... С акцидентом в близнецах скажу, что мне очень сложно живется, хотя Сомали. Согласно, я просто началась мне. Один и главное — чувство юмора. Да, чувство юмора очень-очень-очень важно. Главное — понимать, что есть шутка, что не есть шутка. И вообще в целом понимать юмор. Ребята, девчата, уже 23:20. К тебе можно на проект?
если я не в отношениях, то, конечно, наверное, да. Но я, скорее всего, не буду здесь без отношений. Вот. На проекте. У меня сегодня были мысли покинуть проект. И в целом я сейчас лежу и думаю. Сейчас сижу, отвечаю на ваши... Лежу, точнее, отвечаю на ваши вопросы. И думаю, блин, какого хрена я здесь делаю? Просто все вот. Потому что меня очень огорчили мои последние события в жизни, что с Катей у нас все вот так вот, от любви до ненависти один шаг. Ну что же, могу вам сказать. Почему все боятся Барзикова? Чего Ванька боятся? Кто его боится? Все будет хорошо, надеюсь, у меня есть. Как относишься к мужчинам, которые делают губы? Нормально? Мне похеру на них. Ребята, всем хорошего настроения. Не такого, вот такого яркого, яркого, красивого настроения. Всех обнял. Поцеловал. Подбросил. Короче, я был сегодня с вами максимально искренен. И всегда буду таким до конца своих дней. Peace and love. Мир и любовь, ребята.